время деньги, друг. Рыбу хавайте. Даже две. Все, давайте в темпе вальса по шинам. На Хардвилл после того, как ты убил пушки, тебя скинуло, ты бежишь опять к пещеньке, ко мне, и ждешь, пока я выкину второго пассажира, потом сразу прыгаешь, чтобы не сдохнуть. И потом также загружаешься, когда следующая остановка, я тебя закидываю так по кругу. Пока, да, там, пока перегрузка работает, там мало что тебя может убить, но только если там в лучи какие-нибудь заходить. Если видите, что не успеваете добежать, вот в метках стоят мотаки. Можно сесть в мотак, чтобы засейвиться. Все, давайте готовность. Я постоянно с крадельками летаю. Ну, Хардвелл, загружайся. Все, загружайтесь, поехали. Сбейте. Где еще один пассажир? Ой, ну да. Кого не хватает? Еще одна пушка, да? А, нет, он есть. Да, еще одна. А, все, теперь на месте. Че так долго? Все, ищите свои разрушители со своими метками. Вторые номера готовятся загружаться. Все, загружайтесь. Поехали. Хардвилл, тебе не надо сейчас загружаться было, тебе надо было собирать каучедан. Залазь еще раз быстрее. Подъедь к этому колчедану справа, Мискул. Загружаешься по команде, пока не тилгай все подряд, когда 25% энергии так. У меня или меньше. Бейте пока вторые номера. Первые готовимся, ой, наоборот, точнее, вторые готовимся загружаться, точнее, наоборот, первые загружаемся, вторые сейчас... Давай, все, жми шестерку. Полетели. Первые сейчас на разрушители должны, ой, на жители, на этом, на левиафане фигачить. Так, ну все. Вторая на печеньке умер. Надо бежать. Кто-нибудь из разрушителей подъедьте, сядьте там, пофигачите. Ну хотя, в принципе, сейчас уже после остановки следующий убьем, если там стаки не потеряли. Все, ищем свои разрушители. А, запрыгивайте вторые номера. Запрыгивайте. Кто там на Мискуле? А, все, я улетел. Все. Молодцы. Все, нас накрыло, и пойдемте. Лут там сейчас распределят.
Поставьте рыбу для умерших. Никому не надо будешь. Ребята, ребят, активнее. Там у Левиафана ничего интересного. Все интересное впереди. Давайте вперед. На ов перчатки надо кому-то. Хавайте рыбу. Поставили. Столик стоит. Хавайте, берите все. Кому надо. Рыба стоит тоже. Лок забавить, фу. Все, давайте готовность. Че, дона некоторые. Я, в принципе, готов. Сильно имя твое. Готово, готово я. Ладно, поехали. В процессе уже. Вместе бы их сводить. У нас же Африка есть? Эдестик. Ой, демон. Целый был один. Все, там 5 секунд гарпун. Сейчас то самое фигачьте, оставшиеся. Был с первой или что? Да, давай с первой. Был.
Белл-белл. Вот что-то у меня ДБМ врет мне. Так, забирай. Я же не уступил. В смысле, а по боссу есть? Я же гарпуны бегал и вызвал. Там я еще обновлял этот Shadow Bolt. Последние секунды слез. Танки надо поезд? ВВК нужен будет, если такого нет. Пуляй. Вот этого лево. На ов кому-то надо?
Ой-ой-ой. Давайте лево зафокусим. Отверни их. Они вроде что-то дышат, нет вроде. На ов кому-то. А, все вижу. Хватай справа которого. Второго забаньте. Давайте кто-нибудь один. Давай, няш, раздавай, ты снимай. Все стесняются. Да, в следующий раз это, когда говоришь забанить. Я уже понял, я уже, да, я вкусил. Под жопу мобам вставайте все.
Все, резайте, ребафайте. Ну и, как обычно, в воду загоняем его и дубасим. Босс стоит в крестике, все остальные в треугольнике. Все РДД, хилы, абсолютно весь рейд. На пулечку можно сбегать, на пулю, остальные тут ждем. Давай, Пал, ты будешь танчить. А, подожди. Так. А, у тебя же нет спека, да, у Войда? Ну давай, да, тогда ДК танчи. Все, давайте, готовность. Поехали. Мастер аур не даем, что ли? По очередности, но... Там вот даем. Бро сейчас у него аура. Вот бро аура, как ты дашь, блядь, паузу? Он отдал, забирай ты. Адов собирай. Понял, я дам первый. Мастер, ДК, ДК, защищение, что надо. Забирайте. А я в глыбе, если что. То вы можете не хилить. Так, а первый мастер вот кто давал, получается? Хочу пиццу. Так. Давай, паузер. Понятно. Ладно. У паузера была аура. Ну давайте паузер следующую. Он вроде и занул. Мне пока. А, он не занул уже, да? Ну давай вкинулся тогда. Отдайте ауру тогда. Аузер, отдай ауру. Я взять не могу. Не отдали. Ползер? Ну нахуй лучше Пикачу. Ползер, с меня ауру на любую. Взял. Отлично. На следующую нужно. Угу. Давай. Подумай. Я дам. Угу, хорошо, хорошо. Ну, следующий уже не будет. Паузер точно в дискорде? То, что он тоже есть, но... Слушай, не уверен. Сейчас посмотрим. Ага.
Тейня, поздравляю. Что, никому не надо? На офф? Да не, вроде пауза в Дискорде. Фиг его знает, почему не отреагировал. Саня, у тебя есть такое? Нет, такого нет. Ну давай, с никому не надо, потому что я там на другое претендовал. Давайте слева трэш берем. На офф. Уплотнило. Что, у нас все живы? Так, еду там хавать, рыба стоит, если кто-то умирал. Все знают, что на боссе делать. Кому-то рассказывать надо? Ну, желательно напомнить слова. Какие метки вы носите? В двух словах, все милики стоят под левой ногой, а белую... Но под, белую метку выносят под правую, то есть просто вправо смещаются, черную куда-нибудь подальше, чтобы никого не стянуло. В прошлый раз был, помню, инцидент с меткой на танке черной. Там, если вдруг на танке будет метка черная, от него подальше просто встать надо бы, желательно. Я обычно, когда танчил за танка, просто слева-справа от лестницы выносил. Можно так? Или нужно, ну, да, на лестницу? Ну, я обычно выносил... Так и делаем, нормально. Да, хорошо. Uh-huh. Я обычно говорю миликам, чтобы они не шли за боссом, нормально будет. Все, давайте, готовность. Вообще, конечно, лучше на лестницу, чтобы босс особо не двигался. Можно, бурсты в сердце оставить. Да, бурсты под сердце. Что там, готово? Все, готово. Давай, пуляй, чтобы это самое... Все равно никакие эти банки не нужны на старте. РДД, не стойте такой пачкой, чтобы белый дебаф всех не бил. Разразенно, да, распределитесь немножко. В идеале в линию встать. Черный, выноси, 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 убегай. Ты эти херово вынес, сразу черную получил. Туда не надо выносить. Ну, типа, сейчас покер, на второй фазе не надо. А чё было?
Да? А, подожди. Ну да, да, давайте, давайте, давайте. Фиганем. Слева бомбот. Уже рядом все. Ну, уже все пришли. Ну, продолжаем бить. Белый вправо. Не надо так далеко. Можешь просто под ногой стоять и бить. Просто чтобы никого не задевало. Искру фокус. Эх, живем, живем, живем. Искру заливаем, искру быстрее. Нет, РДшникам можно под ногу не вставать, это просто для медиков, чтобы они могли атаковать одновременно, то есть не обязательно. Нормально, нормально, искру. Пусть стоит. Ну, прям не обязательно прям под ногу. Искру быстрее, да. С белой всех дамажишь. Ну, любой милик затаунтите. Скрой, скро. Фейс капает. Скоро фокус. Сакра нужна. Или гим, что-нибудь такое. Если будете. Под правую ногу искру. Велик любой затаунтите. Ска. Белый. Угу. Дайте иннер по децели кто-то. Иска. Или холи прист. По лексика. Скрой скроп твини. Быстрее, быстрее. Четыре приста, если еще четыре гимна на хп есть у вас. Поименно каким пристам давать гимна. Лекс, все. Лекс. Ну, скажут Ники. Иска. Велики, искру должны бить все. Давай пропаганду на ФП. Искру, велики. Белую вправо. Кош можешь прожать. А, или кто-то. Я думал, рога. Мискам, готовься на хп. Читай на хп.
твое имя Краделька, Рес, и Краделька вкинулся. Это тебе РТ, наверное. Краделька, Реснишь, Балдин. Да, стрихила без маны. Быстрее, Рес, твое имя Крадельку, Краделька в холле пал. Гимн на ману что-то. Сейчас будет СКА. СКА у все. Сейчас СКА будет. СКА. Да, сложно мне пока ориентироваться по рейд-сейвам. Если что, там, ребята, инициативу тоже проявляйте в этом плане. В этом я никак не ограничиваю. На О в грудь кому-то надо? Кому надо, просто линкуем свою в чат, и все. Хавайте рыбу. Первый.
собрание, да? Да, на собрание сейчас пойдем. Этих бьем после большого мелких? Да, после большого мелких зафигачим. Забирайте адов. Так, все, ребафайтесь, кому что надо. Бьем в нормале через большого первым фокусом, потом среднего, потом мелкого. Волки. Рыба стоит сюда, да, если кому-то надо. Еще бы знать, кто такой Тайлер. Рывок, все окей. Это из Ведьмака. А я сразу подумал про Тайлера, который либо стримит. По один танчишь большого, ДК мелкого, среднего. Как убиваем большого, по один забираешь среднего. ДК остаешься на мелком, сбиваешь ему каст. Каз сбиваешь только один, а уешный. Остальные можешь не трогать. Угу. Создать готовность. На первой фазе можешь все сбивать, потому что у него не будет уешного. Угу. Ой, сори, я не тот череп поставил. Создать ДБМ. Да, Хантер спект выключи, нет? Дух стаи. Угу. Большого бьем, мелких пока не трогаем. Руна под маленькими. Подведи к руне поближе. Угу.
Чуть-чуть еще выведи. Ага, все нормально. Он под маленьким. Копейка узко будет. Скоро. Все, среднего забирай. Пытаемся разбегаться. Разбегайтесь. Угу, все, к синей. Нормально, нормально вроде. Дистанция достаточно. Сейчас разбежаться надо. Да, готовьтесь. Все, разбегайтесь. Казбека, каст. Че? Под маленьким. Все, можно в синюю. Промахнулся, дал сало ему. Каст. Угу, нормально. Да тут раз я промахнулся. Быстрее нас сбивай, чтобы ни одного не проходило, Тика. Куда надо будет ходить? Об это шоу. А, да, разбежаться надо. Каст. Каст. РДДС сбить кто-нибудь, ага. Угу, все, выбежали. Отбежали. Отбегите от мелкого, да? И Геру давайте. Быстрее надо. Отбежали все. Отходите. Все, разбежались. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Че, баганы? Осторожно, Сака. Дома. Все, сейчас на Калагарна пойдем. Ну, больше ни у кого. Кому надо рольц? О. А, там дальше.
эта чарка, она же чисто ПВПшная, или где-то в КВП тоже юзали? Вытягиваем. Та шняга, что в ПВП, что в ПВЕ. Я говорю, армсы за ней захиливаются, пиздец. Не проверял. Да и перечаривать единственное оружие туда-сюда что-то не особо имею желание. Но они одну ручку одевают, с этой чаркой пиздец там отхил. Ну только если так, да. Что там, бывает, никому не надо, ретрики, ханты, там, не знаю. Еще, может, что-то хочешь? Ну чё, как цивилизованные люди, пойдём в этого танка просто и фокусим тело? Или как варвары в два танка и кливаем всё подряд? Да фокусить будем. О, варвары. Два танка-то по-любому надо. Меняться на стаках. А, ну это да. Ну, вообще, да, тогда не кливаем просто без надобности и переключаемся активно в руку. Все, давайте готовность. Все, поехали. Руку фокус. Больше, больше по руке. Че, убило что ли? Не, все нормально. А, нормально. Руку фокус. Все, дальше тело бьем. Руку фокус. Забираю, я скину. Руку фокус.
Все, дальше тело. В руку. Возможно, она после этого забьется. Хоть это и в обзор будет. Не должна пока что. А, спасибо. Бейте тело. Тут сейчас правой руки. Готовьтесь подбирать адов с левой руки, потому что сейчас фокус левую руку. Ну че я от нашей стороны. Другой руки, лям 700. Я сейчас в руке. Выбейте ребят. Все, подбирайте адов. Винники, вот отойдите от адов. На пульте на меня. Наткнулся. Адов залейте, ребят. Вот, ну, нормально. Спрячьте за угол. По левому больше, вот давайте. Короче, че, подождем просто ее, давайте. Угу. Она уже идет, не надо там никого адресить. Ну да, да, сейчас она идет. Угу. Можно. Черепок все застакались. Все. Кроме напульщиков и танка. Сейчас, короче, крышатницу убиваем, 10 минут перерывчика сделаем. И зачистим, что успеем. До скольки РТ обычно? Ну, я РТ смогу вести только...